Всем привет! Вы на канале Мои Питомцы. Сегодня будет видео про линьку попугая. У моего как раз началась линька, он слышит сколько перьев там и пуха. Поэтому я расскажу про линьку попугая. Во-первых, здесь нет ничего страшного. Все попугаи линяют. Это они делают для того, чтобы стать ярче, чтобы ихние перья стали ярче, они стали красивее. Они так делают. Во время линьки попугай неподвижный. Ну, не такой интенсивный, как всегда. Линька может быть любая. Как и целый месяц длится, так и всего лишь неделю. Здесь уже какая порода попугая. Что нельзя делать при линьке? Категорически нельзя это разводить. Ну, то есть, чтобы не птенят разводили, потому что тогда будет плохо. Это запрещено как-то. Потому что они потом будут некрасивые и так далее. Здесь ничего страшного, как я уже говорил, нету. Все попугаи линяют. Несколько раз в год они точно должны линять. Поэтому здесь ничего такого нет. Они плохо летают, но все же. Это длится недолго, и все равно ваш попугайчик будет... Все с ним будет хорошо, потому что линька, ничего здесь плохого нету. Потому что некоторые новички задаются таким вопросом, почему в ихних попугаях выпадают перья. А вот почему? Потому что линька наступает. Здесь ничего такого нету. Попугаи тогда себя выщупывают, новые перья на месте старых вырастают. Поэтому... Ваш попугай становится еще ярче, еще красивее. Подпишись и поставь лайк, если тебе все-таки понравилось это видео. И оно тебе стало полезным. Но если ты сюда зашел, оно тебе стало полезным, потому что ты же за этим сюда пришел, да? Поставь лайк, подпишись.